Интерактивное искусство или медицинское ноу-хау. Французские ученые из университета Париж-Юг испытывают трехмерное цифровое зеркало, способное отображать внутренние органы человека. На экран выводятся картинки, которые заранее собрали и обработали при помощи рентгена и магнитно-резонансной томографии. После этого в зеркале отображается аватар внутренних органов и костей вместо реального образа, смотрящего в него. Ученые считают, что их изобретение найдет практическое применение в медицине, например, поможет тщательнее готовиться к операциям.